Георгий Рублев. Это было в мае на рассвете. Это было в мае на рассвете. Нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерти муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.